Так, все, поехали на центр. И это финал. Смотрим. Ротакс очень быстро прилетает. В ответочку Шикар летит. Шикар прилетел на чужую аптечку и забрал сразу же демомены. Класс. Да. Хоть Ротакс вылетел впервые, но... Но нет. Но нет. Ну, пока вроде размен неплохой в пользу красных. Так вот, аркада на мида забирает шарфик Галанта. Еще Нэш очень битый. Ну, сейчас... Кто-то умирает. Должны, наверное, синий все-таки никак забрать. Да, Редакс улетает. Кого синий должны забрать? Нет, красный центр надо забрать, все хорошо. Надо представить. Очень долго боролись за центр, на самом деле, синие. Они сразу же слили его и почему-то продолжили бороться. Надо было сразу отойти. Ну, мида убили, главное, и то хорошо. Мы по уберам теперь одинаково. Так, ребят, сейчас я вас полагает немножечко. Подождите буквально секундочку. Так, все. Нет, не все. У вас все еще лагает, у вас все еще лагает и. И все. Все хорошо. Мы продолжаем. Это финал. Ура, ура, ура. Команда Окси против команды Ганрокса. Заняли, красная команда держит центр. У обеих команд есть убер. Тут замес в компах происходит. Минус 2 делает синяя команда. И сейчас пойдут пушить на убере. Просто через компы, сразу не теряя времени. Джоя пошел... Тут очень сложно выходить через компы, потому что узкое пространство, а которое можно... Просто чтобы не терять время. Просто чтобы не терять время. Ну вот посмотри, минус солдат уже. Да. А ну, кто, кстати, Радак сейчас вылетал? А, они не горели. То есть они просто отжали с центра и... Просто поменялись местами. Да, это... Ну хорошо, центр-то отжали, это самое главное. Эх, нельзя, конечно, так отдаваться в компах. Аж вдвоем. Да, это ошибка была, не спорю. Ганрок в спину забегает. Не, будет сейчас отвлекать на себя внимание, пока команда врубается. Так, размен уберами. Эх, надо уходить сейчас синим, потому что... О, медик не уйдет. Да, медик не ушел. Галант еще живет. На него сейчас надо лететь. Да, надо сейчас 77. Вот, а вот аркада на Галанта. Да, и... Ай, минус Галант. Там просто все вместе вышли на него. Че это? Слушай. 3,5 минуты игра идет, просто смерти какие-то в кучу. И все умирают без конца вообще. И ничего не происходит больше, кроме этого. Ну, Симба и Нэш так и есть. Задефали центр, ой, задефали свою вторую, выходит на центр, но, естественно, им сейчас нужно будет валить отсюда. А я почему-то не поменял прицел еще. Какой прицел? Ты ж стример. А вот так лучше, да. Ну, зря они полезли на центр. Сразу было почему понятно. Почему зря? Они сейчас его отожмут еще. Нет, я про красных. Нет, про красных. А, ну вот. Там Симба и Нэш, они отдефали вторую и пошли дальше, хотя респ у команды противника был ближе. То есть это была ошибка. И сейчас приходится без двух скотов дефаться красной команде. И вот пошли у них уже первые минуса. Ну как первые минуса? Первый минус, окей. Но они потеряли капитана, понимаешь? Потерять капитана это... Это больно. Ведь капитан тут очень важная боевая единица. Чего, заходят на убере. Горят на шарфика. Пытается не мультирить сейчас ванту. Нет, все-таки перебрасывает на демоса своего, чтобы спасти. И они ретировались через карманчик. Шарфик остался наверху. Да. Ну сейчас его тут спалили, поэтому я вряд ли что-то сможет сделать. Да, Окси его собирает. Не, еще можно поспамить демосом издалека. Главное, чтобы никто в спину не прошел. А спину смотрит, кстати, солдат. Офф-класс. Спайя взял вот. Ганрокс. Спайя взял Ганрокс. Какой-то затычкой. Анимация, такое ощущение, была, но килса почему-то не было. Ну, странно, что он на самом деле на солдат прыгал.
Но кого увидел? Ну да. Жажда фрага вполне нормально. А эта заточка, она не убивает, что ли, в спину? Нет, убивает. Просто почему-то я тоже видел анимацию вроде, но килса не произошло почему-то. Там было очень сложно промахнуться. Нэш взял снайпера. Джихард умер там где-то. Ну, что-то в воздухе палит. Ну, снайпер в обороне-то не очень интересно. Странно, что в атаке нету никаких офф-классов. Вот, Джо просто выходит на минусе, решили выйти на минус солде, все правильно. Нэш поменял сразу класс. Размен убираем происходит. Джихарда все еще нету, вот он только сейчас испается. Ой, Нэш хорошие мидшоты раздает. И отступает синяя команда. А красная потеряла медик. Сейчас нужно второй раз зайти. Да, да. Вот минусами забрать вот этих вот, как говорит мой тиммейт Леммингов, которые бегут просто непонятно зачем и отдаются. Расхилиться и выйти просто. Ну, собственно, так они и делают. Слушай, нет, сопротивляются как раз. Надо было сразу выходить, иначе... Ну, они отошли, решили убер докопить. Решили убер докопить, это, в принципе, тоже... Ну... Слушай, когда медика нет, хилять некому. Надо ну, было... Ну, видишь, наловили много, не смогли. Главное, что отошли и не развалились. Было бы хуже, если бы они вообще умерли бы там все. Но теперь на убере... Кстати, там Нэш взял спая, где он? Но он не успеет уже, я думаю. Или успеет. Сейчас тянусь, будут еще. Его еще и спалили, походу. Да, да, спалили. Нет, смотри-ка, не спалили. Нет. Солда, неплохо, неплохо. Ну... Синие-то горят на убере. Да, надо просто сейчас максимальное количество людей убить. А, докопились. Вот и смотри, да. Был смысл тогда... Был. Был, но не было смысла тянуть так долго, чтобы Галант успел вот докопиться. Так, а по-другому никак не получится. Косяк. По-любому придется было протянуть этот момент, уши. Пока все соберутся, пока все там патроны возьмут. Ну это уже их ошибка, там пока Окси... Придумывают, с какой стороны пойти. Окси неплохо размочил в лобби. Надо не бояться пушить, если нет убера. Это вот, я не знаю, по-моему это очевидно. Когда некому хилять вражескую команду, да, мы поняли уже, да. Все, забрали вторую точку, красные, обратно. У Галанта преимущество, так, медика забирали. Теперь надо копиться и выйти спокойненько на центр. Может даже прямо сейчас идти, пока Демоса нету еще. Вот, Окси, прыжок неплохой от стенки. Ну а дальше что? А дальше ничего. На снайпера. Убить снайпера не получается. Что ж такое? Ну отжимается с Росини. Они знают, что преимущество у Галанта есть. Да не, этого преимущества уже нет. Ну то есть вот шатка, валка передвигаются по карте, не могут. Горят, пушить, горят. Надо зажигать ванту, где он? А он еще не горит, он терпит, хорош. Никто не смог саркадить нормально. Ой, упал солдат. Вот главное вот сейчас под этим убером хоть кого-нибудь забрать и отпушить дальше. Да. Но видишь, как что происходит. Нормально, да, скота в лобби гоняют. Забрали. Минус Нэш, это очень хорошее преимущество. Да нет. Да. Каким бы скаут ни был крутым. Ой, ванту улетает на ракете, неплохо получилось. Куда важнее забрать связку, чем скота сзади. И выходит сзади гоняться под убером. Синий на центр выходит. Никого в спине нету. Поэтому спокойненько можно капать. Вот может даже убера покопить, да, Джо? Давай. Ты же доставал свой этот, меч. Нет, передумал. У Галанта небольшое преимущество есть, потому что они раньше прожигались, и он выживал. Ну, 30%. Понимаешь, что 20% убирает. 30, Галант. Калерий, хорош, смотри. На преимуществе выходят. Горят. Сразу минус медик. Вот это по красоте. Вот это реализация 30% называется. Но это Галант умеет. Да. Редакс там, правда, же хардок. Это вот только не отдать бы Галанта сейчас. Отлично. Я, правда, вообще не ожидал, что они выйдут такие. Судя по предыдущим 10 минутам. Ну, молодцы, это очень грамотно. Вот Редакс сейчас возьмет аптечку и будет пытаться, я так понимаю, забрать Галанта на выходе. Вот сейчас он полетит. Того.
И хорошая. Две ракеты. Хорошая аркада от Радакса. Вообще отлично. И можно попробовать поблочить точку, наверное, да? Под хилом-то, под хилом-то хилом, проще. Да, да, да. Знаешь, не могут забрать, забрали. Детоед. Все, и выйти дальше, побыстрее. Детоед, хороший. Он нашел. А что, как он так... Это prediction был или... Prefire, точнее, или мне показалось? Мозги были. Да. Шарфик, мозги, что? Ладно. Джихард сзади выходит. И Аркадий. Сзади Аркадий на Ванту, Джихард. Одну ракету попал хорошо, но... Как хорошо. Ванту хорошо спикировал на ракете просто на аптечку и... И за счет этого, можно сказать, выжил. Но даже если бы ты аптечку не взял, он даже сразу... Ну да, да, возможно, там бы не попал Джихард, но это уже другое, просто срок хорошо влетел. И это синий самое сейчас... обидное, когда... Да-да, говори. Когда аркадишь солдатом на медика, бывает такое, что медик отлетает. Ну, так да. Ой, потерял сейчас Дивомена под убером медик синий. Прогорели. Из-за этого не получается дальше запушить нормально. Вторую не буду брать. И ждать респы своих. Да, вторую. Сейчас попробовать, наверное, покапать немножко, но если что, отойдут сразу. То есть еще вероятность, что они ее даже не возьмут. Да, конечно, не возьмут. Убер же есть у Галанта уже. Вот Галант зажигается. Уже нет. Окси полетел. Сейчас дальше полетит, наверное, нет. Там в компах какая-то дуэлька происходит. Нет, это Шарфи просто убивает Нэша. Ну и прогорели красные, не смогли особо. Ну, главное, вторую задефали, это, наверное, была основная сейчас задача их. Задача у этого Убера конкретно. Ганракс в спину заходит. Нет, решил не идти все-таки. 12 гребаных минут, ничего не происходит. Ну нет, почему экшена-то много? Экшена-то много. А результата-то нету. С Убером выходит Ванту. Еще нет до Убера у Галанта. Буквально 10% ему докопиться. Надо не гореть сейчас. Ну сейчас Джихард полетит сейчас медика зажигать. Сейчас выйдет с Убером, как только он появится. Ой, там сейчас размен Уберами вот на Зиге. Ровно-ровно Убер-Убер произошел. Да. Но при этом синяя эта команда брала точку. Да, и еще минус солдату и красных. И она продолжает пушить. Можно дальше давить, наверное, нет? Причем надо с других сторон давить. Какие банки. Как основная связка. Находится слева. Радакс хороший, аркада. И взяли точку. Вот это о чем я и говорил. Молодцы. Так, и первый раунд за командой Ганракса. Слушай, у тебя стрим не лагает случайно? А что? Ну вот у меня лагает. Мой стрим? Нет, ну, в смысле СТВ. А, нет, у меня все хорошо. Так, смотрим выход на центр. Опять быстрая аркада от Джихарда. На этот раз, я так понимаю, Радакс не влетал или где он? Так, ну что-то разваливаются красные. Ну, Ганракс бежит убивать, да. То есть связка скотов сейчас просто запушила вперед. А точка как бы серая даже. То есть на нее вообще даже никто не вообще, попал. Вообще, смешно, Шарфик, он на ласте уже у противников. Там же центр еще не капается. Заняли синие вторую. Увлеклись сейчас синие. Могли немножко пограмотнее все сделать. Ой-ой-ой, на Зиге зажимают, выходит а больше. Вот сейчас так и происходит. А могли уже к этому моменту взять вторую? Да-да-да. А пришлось тратить Убер, зажигаться. Сейчас еще и но... есть вероятность того, что дальше не пройдет. Хотя голову убили. Чуть-чуть, за счет того, что зажглись они попозже, смогли на Зиге разобрать. Хотя все 2 в 2. И Нэш тут может нормально задефать, но баночка Детоеда его остановила в лицо прямо. А теперь Симба. Симба тоже задефал. Один Радакс. Ну-ка, где ты? Далеко. Далеко. Так, блочит Радакс центр. Аршот. Вот можно считать уже. Один уже был точно. Неплохая ракета, но Радакс умирает. А что считается аршотом в лобе? А понятия не имею. Воздушное попадание. Раскидывают стики, выходят синие. Но нет. Тяжело им выйти, спам хороший идет.
на зол еще банки накидывает прям по на стрелу. Но все-таки выходит. Аркада. На него только вышли. Аркада на зола. Причем у красных убера больше. То есть как бы сейчас не увлеклись команды Ганрокса бы. У них еще только 75. Галант, интересно, знает про то, что у них преимущество? Судя по тому, что они активно идут, наверное, знает. Да, и сейчас... Они выходят через стрелку на центр, зажимают сзади связку. И минус мед делают, и врубаются. Ой, вообще замечательно. Шарфик зажигает медика Галанта. Но минус оффера слишком много, один только демос остается. А он на центре, кстати, сейчас, ну-ка. И хороший врыв, дамаги много, но никого не убил, к сожалению. А Галан подлетел наверх просто. Так, где Радакс? Радакс будет с Сороса выходить и пикать медика. Вот это что за выражение новое, кстати? Какое? Пикать. Ну, такое вот новое, да. Но чуть-чуть не хватило Радаксу. Самую капельку. У Галанта преимущество 30%. Пикают героя в доте, насколько я знаю. Естественно, они об этом знают, потому что умирал Ванту, а Галант выживал, хоть и прогорал. Поэтому Галант опытный, он, я думаю, что уберы такие считает, и сейчас они пойдут пушить. Слушай, так... в прошлый раз он угадал, да, процентов в 10, наверное. То есть он запушил тогда, когда было 90 противника. Но сейчас он, кстати, пушить не торопится. Я, да. Только сейчас, то. Ну, он сейчас пойдут все-таки. Ну, 90, надо быстрее медика пытаться. Медика, кто-нибудь, летите на медика. Нет. За Галанта, что ли? Ну, нет, я просто подсказываю команде. То есть, ну, как бы, да. Зажигается Ванту. Уже даже прогорает. Правда, размены все равно в пользу красных пока что. Тут Шарфик дефается из последних сил. Неплохо дефается, но... Ему не хватило, и сравнивая счет команды Галанта. Не, вот так мне побольше нравится уже. Да, экшен, экшен. Весело играют команды. Очередной выход на центр смотрим. Мне понравилось, как Джихард выходил два раза. Радакс раз летит. Мне даже очень хорошо получилось. Радакс залетает. Нет, не пошел в их сорс все-таки. Мы сейчас два скота его должны забрать. Убегают. Окси вылетает. Занимает красная команда вверх. Тут полет от Радакса на Демоса. Минусов много у красных. Радакс таки убил. Кого он там убил, я не видел. Но кого-то убил в итоге. Ну, Галант выжил. Отходит с своим скаутом. Компакт, дуэль Ганракса и Джихарда. Джихард просто забирает его своей киркой, но умирает в дальнейшем. Я только сейчас понял, что ключик надо было разыгрывать на дамаг, как было бы интереснее всего. Да не, нормально. Сколько дамага нанесет? Там сложно было бы слишком считать. Что сложного? Кто ближе всего? Да. Зря ты так. В компах вот опять веселье происходит. Ой, Нэш, разбирает сначала солдата, потом скота. И на минус 2. Смотри, что ли за Нэшу, Маш. На минус 2 пошли Галанты пушить. Зажигает шарфик Галанта. Ответный убер. Например, одинаково прогорают они. Но минусов больше у красных пока что. А Нэш выходит сейчас на медика. Пробует забрать. Но забирает скауты. Да, там буквально на таких хитах Ванту уходит. Он аптечку взял уже, поэтому у него все хорошо. Идут дальше. Синие. Ну, пока минус 2 нет у противника. Можно, конечно, капать вторую. По уберу одинаково. Сейчас стики, да, вот хорошо стики расстреляли. Офф-класс. А дает-то он Димамен на Хейлендере, да? По-моему, да. Ну, он, по-моему, еще в шестерках играет медиком, насколько я помню. Я могу ошибаться. Так, там что-то в наглую Ганрокс пытался закапать. Но смотри, он еще солда убил. То есть он, скорее всего, сливался.
но успел убить солда и почти закапать точку. Смысла-то, конечно, мало. Минус солде без кота пушить никто не будет. Ну-ка. А, Ганрок взял Хейрика, смотри-ка, пуш с Хейриком, это интересно. Ну, смею заметить, что Хейрики у красных есть. Да. Вот Нэш еще убил Шафика. Это, по-моему, Томислав, да, называется эта пушка, я не уверен. Ты у меня спрашиваешь? Да. Минус 3, пока там Ганрок сбежал, значит, своим Хейриком, у них уже минус 3, отлично. Что-то команда не поддержала Хейрика. Сейчас будет гореть Убер в лобби. Ну как? Почему не зажегся сейчас Ванту? На Хейрика? Да. В лобби? А что бы дальше Хейрик сделал? Зажег ну, бы Галанта. Зажег бы Галанта. Перестань. Вот Хейрик, он тем и плох, что на него зажигаешь Убер, а он пока добежит. На этот раз Ганрок решил попробовать паузу или что? Да-да, я уже думал, что у меня опять завис. Пауза. Лучший Хейрик Украины, пишут. Ну, возможно. Не, Ганрокс очень... Он вчера... Мы с ними, с их командой играли один раз. Слили 5-0, и Ганрокс там тащил просто. Дай боже, просто. Коврай как хай записан. Да, да, он с паузы сняли. Очень хорошо играет парень. Взял спая. И сейчас будем смотреть, что он сможет сделать. Что-то пауза вообще не в традициях. Сколько она длилась? Там минуту, наверное. Да, меньше, по-моему, даже. Ну так, проходит. У нас вчера пауза длилась минут 30, наверное. Угу. Так, его не спалили. Ну-ка, будет... Сейчас зарежет ведь Хейрика. Хейрика режет. И медика зажжет сейчас еще. Нет, медика не зажег. Ну, на минус Хейрики. Спорный, конечно, момент, да. Главное, зажжешься. А то сейчас Окси был очень близок к тому, чтобы завершотить медика, если этим умер. Минус 2 уже у синих. По-моему, пуш этот не получится, хотя... Ну, Демоса забрали, тут уже сложновато. Они продолжают давить, смотри. Шафик забирает Нэша. Битый Радакс, правда. Ой-ой-ой. Шафик на мида. Шафик-то забирает, да. Эх, не попал ракету. И Галант убивает. Галант, пили. Ты смотри-ка, что происходит. Я до конца, до полного, не верил, что можно такую точку забрать. Ну там ДМ такой происходил просто на ласте. Ну слушай, Шарфик забрал троих. Да. И очень сильно отвлек на себя внимание после, когда Галан пытался по нему попасть арбалетом. Вот, собственно, на этом ты скаут и вышел. Это верно. Шарфика только очень большая сенса, по-моему. Так, нету жестких аркад от солдов на этот раз. Что Радакс, что Зюхар стояли сейчас осторожненько. Шарфик забирает одного. Ганрокс тоже убивает в ответ. Точнее, не в ответ, а солда забирает. И легкий центр какой-то получается у синей команды. Криты горят. Криты летят, криты. Почему мы не заметили криты? Потому что я стримлю, все в порядке. Ванту, кстати, даже не зажегся, то есть эти криты вообще ни разу их не удивили, по-моему. Криты. И все, и сейчас, то есть, нам на плюс убери. Да, тут даже просто надо сразу, раз. Там пушка даже. Можно даже кофе. Затрапить в респу, стоять, ждать. Айршот, Радакс, еще один, хорош. Вот это раунд. Слушай, тут может быть паузе дело, потому что до этого была 3-1. Пауза как раз в раунде. Ты видел, что кто-нибудь стоял на месте? Нет, я не знаю, там никто даже почему в чатик не писал, или у меня отключен просто чатик. Ну, видимо, да, отключен, потому что писали. Кого-то там лагало. Может быть, дело в этом. Ну, посмотрим на центр. У Джихарда опять пассивный выход. Радакс. Радакс выходит через сорс. Ну, нифига себе, пассивный. Нет, это поначалу пассивный, да, но потом он влетел, конечно, агрессивно, да. Умудряется еще забирать. Там Джихард в спине в это время бегает, пока на центре происходит замес. Сейчас мы посмотрим, найдем Джихарда, попробуем. Вот он влетает на центр, пытается забрать Ванту и детая дефает хорошо своего медика. Остается один Симба, который сражается с Радаксом. А, Мокси еще где-то бегает с респы. Ну, он только вышел. И Симба перестреливает Радакса. Эх, Радакс. Так, Окси.
Окси будет пытаться... Нет, он не будет пытаться зажечь. Ты видел, как это было сейчас? Нет, не видел. Издалека стик. Так, снайпер, снайпер. Чё-то посыпается Галант. Да, да, что-то... По пятке надо было стрелять Галанту. Не попал Нес по пятке. Это Убер, а у Галанта Убера нет, да. И он пытается перетянуться подальше от этого Убера. А слушай, а получилось-то неплохо, потому что никого под... Да, пока что еще под Убером никого не убили, вот только первые минуса пошли. Но... Сейчас бы... Нет, все равно, походу, раздавливают синие. Взрывай травм! Если Галант, он сейчас пилет, зажигай! А, ну почти, ну Галант! Ну это было неплохо. Хотя бы он зажег, а не дропнул, знаешь. А он, кстати, зажег, да? Да. Все, оправдания не будет. Уже хорошо. Ну, это был бы богоподобный сейв, просто если бы он зажег и встал на точку, и потом бы еще какого-нибудь своего тиммейта, но не случилось. Если бы наконец-то признали его скилловым медиком. Да. На своих сторонах стоят команды, фланги пытаются не занимать. Ой, ну вот направо пошли красные, их там приняли неплохо. Неплохо даже аркаду пресекли, засейвили ванту. Ну смотри, просто по накатанной. Да, сейчас что-то не получается с центром у команды Окси. Ты долго думаешь в эти моменты? Да, потому что... Но тут, видишь, тут может быть двойная ошибка. Можно стать командой Галанта, можно стать командой Окси, а еще вдруг можно стать командой Окси Мэджика, но это совсем будет ужасно. Фу, зашквар. Да. Нэш на этот раз не стал брать снайпера, взял инженера. И Убер горит, и в респе Галант. На точке почти никого. Пушечка. Надо... Ну, кстати, пушка-то, если сейчас ее быстро не снесут, то она тут дел-то наделает. Дамажит, по крайней мере, она уже неплохо. Ой, да хорошо, хорошо, Нэш. Так чё, у него уже накопить, у него кончились, кончился металл, наверное, уже. Сейчас Галант докопится. И минус турелька. Галанту осталось 10% докопить. Ганрокс на него вышел, и а, минус Галант. Чуть-чуть. Там еще Радакс летел параллельно. Ой, затяжной пуш такой получается, пипец. Радакс забрал на Зола, но... Все-таки респались-то поближе красные, поэтому и одефаться удалось. Ну, не пойдут красные, естественно, не нужно выходить, у них минуса. И 2 минуты осталось. Да, походу, кстати, точно, осталось 2 минуты, и тут, видимо, все уже решено. Первая карта выходит команде Ганрокса. Думаешь, все-таки решено? Так, ну 2 минуты, невозможно 3 раунда взять. Точно? Точно, я уже. Слушай, а если подумать, проанализировать? Ну, как бы инженер еще... появился. Это очень важно. Очень много возникали по поводу Джо, которого стоит тоже open. Да, он неплохо стреляет. Ну, судя по очкам, которые вообще ничего не значат. Да, остается минута 20. Вторая карта, не помнишь, какая там Галант писал? Нет. Вторая горит карта Галанту будет Граннери. Ну, уже не важно, что происходит, собственно. Сейчас а Граннери, кстати... Что? Насчет Граннери. Ее очень мало стали играть, походу, да? Да нет, почему? Ну, то есть там, судя по тому, как ее там менять начали, что-то там, какие-то про-версии выпускать. Ну, ее один сезон же вообще убирали, а потом вернули. Вот это я про это и говорю, да, вот это я знаю. Решили сбалансировать карту. Ой, Саня, привет! И сбалансировали ее следующим образом. Передвинули
центр, да? Ой, последнюю точку. Ну, респу там, да, как бы поменяли, что нельзя на респу теперь забегать. Плюс центр расширили. Расширили центр? Центр там, по-моему, не поменялся. Не, не, поменяли. Потом посмотришь. Красные на убере заходят. Так я играл вчера. У Ванту нету еще убера, но скоро будет. И заканчивается время, и 4-1. Первая карта уходит команде Ганрокса, с чем мы его и поздравляем. Его одного? У Радакса 6 тершотов, говорят. Серьезно. Кто у нас там выиграл-то? Квинс ТВ, значит? Я еще логи не смотрел, сейчас посмотрим, подождите. А знать бы еще, кто это только. Так, смотрим Радаксия. Да, 6 тершотов. Легчайший ключик, да-да-да. Напиши мне в личку где-нибудь в этом, в Твиче, например, какой-нибудь твой Steam профиль или... А вдруг это был я? Нет. Так, давайте... Нет, не давайте. Грэнери Про B10. Очуми. То есть было до этого B9 бет? Давайте посмотрим логи немножечко. Ну-ка, кинь-ка. Или не посмотрим. Почему? Не знаю. Сейчас я тебе скину их. А я могу сам найти. Ну шо? Логи как логи. Отлично, аналитика, все, спасибо, мы закончили. У Нэша 10 тысяч этих дамага. Норм. А вот, наконец-то логи отобразились у меня на стриме. Да, Нэш с котом надамажил. Ну, не с котом, не только с котом, но в основном с котом, конечно. Да, это очень... наверное, 1006, он передамажил просто всех на этой карте. Просто всех передамажил. Ну и тут на самом деле на золото уже не очень хорошо сыграл. 4000 против 7000 дитаеда. Естественно, такая разница в дамаге демоменов, она не может просто не сказаться на игре. А, Квинс, это что-то я даже... Что-то я помню такой ник. Поэтому... Ладно, я тебя запомнил. Я тебе даже добавил. Я бы испугался на месте победителя. Чтоб меня запомнил Фотон. Так, сейчас обнулю счет и будем ждать вторую карту. Да-да, спасибо, я вижу. Добавил. А что-то я в перерыве, по-моему, хотел сделать. А, нет, ничего. Еще раз всех приветствую на стриме финала Микскапа 4-го, Пикслинг Микскапа. В финале у нас команда Ганрокса и команда Окси. И почему-то не Бэдлэндс Грэнери. Ну, третья карта будет... Как бы, если она будет, Гуляш, то это будет... Бэдлэндс как раз. А, ну. Так, что, уже начали? Вообще даже никто не вышел там пописать, покурить, просто быстро начали. Нет времени на отдых, когда речь идет о... Сколько там, 10 ключах на человека или сколько? Охренеть. Только хардкор. Зря я не старался вчера. Это зря, да. Смотрим на центр. Детоед выходит сверху. Вся красная команда выходит со своей узкой. Главное теперь им там не зажаться всем.
Сзади Радакс на медика, сейчас на Галанта выходит. Нэш вышел на медика сейчас. И да, размен медиками. И сейчас в дело вступают аимы, перестрелки, ДМы без медиков, кто кого. И синие пока что перестреливают своих оппонентов. Симба на узкой только зашкерился, но его находит шарфик и ликвидирует. Центр за синими. Изи. Ты минус 6, что ли, был? Да, минус 6. Ну, правда, ванту забирали, и преимущества особо никого не будет, кроме преимущества по точкам. Но это тоже хорошо. Шарфик заходит во вражеский гараж. Уже... Нет, я думал, сейчас полетит там куда-нибудь на ласт, но смысла, действительно, в этом не было. Потому что Убера-то все равно пока что нету у Галанта, и даже зажигать его... Ну вот Нэш опять взял, Нэш взял в обороне снайпера, да. Но вот в атаке нету класса, все дефолтные в защите. Слушай, в если ему сейчас аккуратненько открыть дверку, можно сделать какой-нибудь очень полезный минус. Да, можно попробовать. Но он как, ну не, он стоит, просто на позицию, чтобы принимать. Он не пытается агрессивно пойти. А зря. Знаешь же, что за ним смотрят. Ну вот пошли ему открывать, походу. Но он перешел налево. Я думаю, сейчас синие будут запускать Радакса, нет? Что он пытался зажечь Галанта. Нет? Или просто пойду с Убером сверху? Здесь вообще как-то что-то пушат. Здесь большая проблема пуша ласта была раньше. Ну, теперь, видимо, попросту сделали. Сверху стоят красные, тяжело на них выйти, но Радаксу надо пробовать. Вот в этом-то и беда ласта. Наверху стоять очень удобно. Здесь в любом случае приходится атакующим выходить снизу, потому что сверху-то с этой трубы не выйдешь, там очень узкое пространство, которое очень хорошо спамится. А если ты выходишь снизу, а противник сверху, ну, тут тоже все печально. Дайте Радаксу Ро 300, и пусть он полетит, зажжет, ну что такое? Вот это единственный вариант, да. Или нет, ой, дроп, как так, там что-то, по-моему, сразу две ракеты или банк и ракета, видимо, прилетели. Радакс вылетает на Галанта. Ну, Галант не парится, да, зажигается, ну правильно делает. Детоед застримил выход, затрапил выход сверху. И выходит теперь, танкует, раздает неплохо дамаги, но... Двойной бэкап на ласте. Серьезно? Чуть-чуть не хватило. Просто суп пикселей. Было бы интересно, конечно. Выходит на бочку красные. Ну, на центр они, видимо... Да не, нет, куда на центр идти? Трое живых. Напомню, что после победы одной из команд у нас придет в ТС кто-нибудь из победителей. Ну, не кто-нибудь, мы уже определились, кто придет. Да, ну, кто-нибудь МД из победителей, это имеется либо представитель одной команды, либо представитель другой команды, соответственно. Слушай, я бы с Шарфиком заобщался, можно? Нет, не думаю. Да, это самый шик был бы. Я думаю, он там сходит к какому-нибудь дискосу на стрим, изи просто. Господи, борьба с тренеров в Team Fortress. Нет, не борьба, я не конкурент, я так просто... Просто позови Шарфика к нам и все. Если он пойдет, будет вообще хорошо. Радакс спамит с узкой. Выжидает момента, чтобы прыгнуть на Галанта, но я думаю, так просто ему не дадут. Сразу он ушел, и туда прилетела куча банок, ракет, дроби. Просто Радакс набивает дамаг на логи, я понял. И поплатился он за это. Убил его Нэш, наказал просто. И сейчас Галант, что, можно выйти на Галант кричит в тимспике: давайте пушить. Вылет на медика. Ну, зажгли медика, смотри, а Галант-то еще не горит. И до сих пор не горит еще, смотри. Посмотрите на этого терпилу. На этого терпилу, посмотрите, просто до последнего тянул. Какой терпил? 150 хп у чувака. Вот сейчас бы врубиться, да, вот сейчас он врубился. Провожает Нэша под Убером убивать дальше. Ну, да, Нэш вернулся, все правильно, не стал там сражаться против всей вражеской команды. И занимают центр. Синим есть ли смысл идти? Они, да, они пытаются блочить, у них преимущество в одного человека.
Галант убегает, Демос не убегает. Галант тоже настигает ракета. И хорошо заблочили синие. Весьма неплохо. Медика, например, забрали. Да, вообще изи. Минус 6. Потеряли своего медика. Тимвайп, правда. Ну, можно попробовать снять, не успеют на ласта пойти. Пойдут на ласт сейчас. Новое выражение, да, тимвайп, это когда минус 6, да? Угу. Минус 6 сейчас уже истерично никто не кричит. Ну да, просто зашли на минусах. Не успели, к сожалению, толком отреспиться. И проиграли. 1-0. Команда Ганрокса продолжает двигаться уверенно к победе. А Шарфик к нам в ТС. Что? Давай сделаем. Да все, прекрати. Так, смотрим мы за центром. Оба демоса выходят сверху. Но Назол выходит очень битый. Его сейчас одну ракетку. Вот на него, походу, полетел солдат Радакс и забирает Назола. Отлично. Там какая-то... Нет. Да, Галант. Радакс там делает минус 3 вообще. Причем это было с трех ракет, по-моему, если я не ошибаюсь. Отличный залет просто от Радакса. Остается... А да, Радакс жив все еще, прикинь. Я извиняюсь, а почему на центр не выходит сейчас синяя команда? Один живой. Ну это ж Нэш, его страшно. Ну я извиняюсь, но вас же двое. Смотри, сейчас он еще и медика убьет. О, смотри, что творит парень, а. Если он сейчас еще Радакса убьет, будет просто замечательно. Нет, Радакса убить таки не получилось. Ну блин, отличная игра от Нэша очень. Просто красавчик. Делает он центр для своей команды. Забирает, можно сказать. Сзади Ганрокс, скоты с двух сторон разводят. Тут Джо побегал просто по голове Галанта, по-моему, только что. Но все-таки скотов-то убили. И можно капать центр теперь. Так, трапу спалили, отлично. Я сейчас сижу и смотрю, как Радакс ходит по трубе. Так интересно. Очень увлекательно. Зрелище на поляну проходят красные. У них есть убер, Ванту только что начал копиться. Решили пробушить через гараж. Чекают трапы, неплохо. И сейчас надо... Солдат встречает в гараже. Спалили место нахождения связки. Надо просто пушить, влетать, убиваться противника. Это должно быть весело. Господи, Окси прыгает то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. По-моему, его потерял Галант в итоге. Да, Галант выходит на скауте, горит на скауте. Ну, это если это Нэш, то почему бы и нет? Это культ какой-то уже. Нет, очень хорошо отыгрывает, очень. Я просто реально поражаюсь. Да, ну как бы. Там еще кроме него 5 человек, которые, ну. Ну вот и все, как бы. Вторая закапана, на ласте все плохо. Нет, пока что хорошо, но тут Нэш продолжает убивать, я имею в виду. Но докапливается. Сейчас он еще Убер убьет. Докапливается Ванту. Да, если ему научиться стрелять через Убер, было вообще имбалансно. Так, там кто-то на ласт сейчас полетит. По-моему. Ой. Симба выходит, но там втроем дефует ласт просто, и ничего не получается, естественно. Нет, уверенно они отдефливают ласт, идут дальше сразу. Я по синюю команду. Преимущество не чувствует. Нэш перестреливает Ганрокса. Но... Сейчас Радакс может сверху вылететь. Нет, его... Так просто ему не выйти незамеченным, поэтому он отступает. Счет 1-0. Осталось до конца, кстати. Ну, 19 минут еще времени дофигища, поэтому особо тут прям подгонять команды, конечно, не стоит. А ну вот она карта просто такая. Да. Я бы про предыдущую карту такого не сказал, но там такая же ситуация была. Ну, сейчас красные пойдут. Там просто дело вот в чем.
синий там. Ой, горит! Все хорошо было. Горят медики. Потом что-то немножко они затупили, вот поэтому получились немножко качели в этом раунде. Дитоед стиками хорошо зажал на Зола. Получается, ну убить. Ну вот сейчас уверенно пойдут вперед. Радакс на центре, там еще кого-то убивает. Ну, все-таки Окси его добил. И центр капают синие. Сейчас еще законтрит солда. Сейчас там скаут добьет Окси, да. Тут еще кто-то на центре. Аркад у нас на медика. Все просто пытаются убить сейчас медика, но пока что у них это не получается. Джихард, наверное, не полетит уже. Да, его тут палят. Ему бы выжить еще. Уже было бы неплохо. Ой, из пестика почти добили его. Находит же карт скота, но нет, Ганрекса не так просто перестрелять. Сейчас походу наоборот было. Да, это скорее да, кто кого нашел еще. Заходит просто на характере, сейчас синяя команда. Окси может забрать мида сейчас. Нет, не забираю. На характере взяли без убера точку. И сейчас, возможно, также на характере пойдут. На убере, на характере, на всем, что есть. Да. Пойдут пушить лаз. Выходят слева, еще пока не горят. Гори, только гореть надо, гореть. Молодец. Пытается, о, дитоед, странно, когда Демос пытается растрапить точку, но не суть важно. Без убера, да? Да. Под убером-то ладно, а вот без... Не получилось. Двое живых остается. Ганрокс выходит на мида, забирает. Сейчас разберут, походу, синие, или нет? Нет, остался один Ганрокс. Капитан, давай! Все в твоих руках. Одного минусанул. Блин, что творит? Ну да, Нэш прибегает. Долго слишком. Естественно, успели респануться. Нэш мог бы немножко, я не знаю, подождать. Мне вот интересно было. Пытаются красные, смотри, даже выйти. Закапать вторую, но вряд ли им дадут это сделать. Хотя неплохие мидшоты и шарфик умирает. Нэш врывается в упор просто на Демоса. Его тоже убивает. Ну, нет, сейчас дальше... Вот вас кота принимают. О боже. Под медиком убивает скаута еще. И надо идти дальше, минус 3. Так, надо... Уходят или не уходят? Надо убегать быстрее сейчас, втроем только. Там уже с той стороны обходят их. С другой... Ну, нет, все хорошо будет, я думаю. Успеет уйти в анту. Хотя ловит, конечно, сочную ракетку, но уходит. Слушай, сочная, я тоже думал, что она сочная, она всего на 50 заложила. Ну, кстати, да. Анимация была как будто прям в лицо. В нос. Ой, горит Галан. Очень рано горит Галан. Ну, соло. Пока что ванту горит соло. А Галан мультирил. Поэтому убер намного сейчас дольше будет у синих. Ой, хороший там шарф вроде аэршот повесил, я не уверен. Размен в пользу синих пока что. Смотрел он явно вверх. Надо выходить на центр. Так, там... Шарфик вылетел уже на вражескую связку. Никого там не осталось сзади, поэтому бэкапа можно не бояться. В народе это называют качели. В народе называют унылым Team Fortress'ом. Нет, почему? Очень даже веселый. Очень веселый. Синие на минусе, на минус солде будут выходить, проходят на поляну. Можно кого-то зацепить еще здесь, скауту, например. Нет, не получилось. Нэш убивает Ганрокса. Нэш убивает еще Джо. Минус 2 скота, неплохо. Сразу синие отступают. Нэш там сзади, да, потому что Нэш бегает в спине, надо сначала разобраться с ним. Но это не так просто сделать. Ну, он сейчас на медика выйдет. Он вообще сейчас на 4 вышел, если что. Просто отжались получил, на бочку. Кстати, при этом ни единицы дамага. Да. Но там скакал. На минус солде. Красные пытаются выйти. В спине скаут. Ганрокс забирает Демоса. Разменивает его и... пытаются идти дальше. Надо блочить, синим надо блочить.
Без демоса довольно сложно забрать точку. Ну так аккуратненько пытается Окси капать точку. Ага, Нэш там кого-то Нэш подцепил. Гараж. Он даже сам, видимо, не понял, что он сделал. Ой, очень рано зажгли синий. Очень долго Галант терпел. Надо догонять и убивать теперь на солдат просто. Галанту можно было сейчас вообще убер не врубать, но он все равно предпочел врубить. Два скота за это как бы сейчас его наказали. Точнее, не его, а его медь, его солдата. Ну, отступает теперь Галант. Хоть зажглись позже, но не получилось все равно. Я говорю, ему можно было вообще сейчас не зажглиться. Ну, да. Решили выйти на центр синие. Ой, Радакс, ты видел сейчас, что он сделал? Нет. Он просто в проход стрелял ракету, да, в этот проход забежал скаут. И сейчас полетит, видимо, дальше. Пытается стику сейчас, но... Ну, минус 2, надо уже пушить агрессивнее. Хорошо, Радакс попадает, сейчас убьет Жихарда, а и вот в спину. А считается эйршотом? Нет, вряд ли, и в спину полетит. Залетает в спину. Смотрим. Пока там команда вся красная отвлечена на центре, сейчас он будет влетать. Отвлечена. Она под убером бегала. Угу. Вот убер кончился. Хорошо, заходит. Должен забирать, отлично. И еще скаут. Галант успел, кстати, аптечку взять. И демоса продамажил. Очень хорошо выдал сейчас Радакс. И Нэш умер, ну все. Осталось дело вообще за малым. Зажгли, правда, ванту. Как он это сделал вообще? Я там... бы на его месте, кстати, не знаю, зажегся бы. Нет, там, потому, не только скаут, там не только солдат влетел, да. Там еще скот пришел. Вот я его не видел с глаз медика синего. До сих пор 1-0, очень такая напряженная игра у нас на второй карте. Она не напряженная, она унылая. Нет, очень напряженная. Команды стараются. Просто весь скилл из себя выжимают. Который только могут показать. Закапали без убера вторую. Знаешь, опять взял снипу в обороне. А ты против, в смысле? Такого не должно быть. Не-не-не, это нормально. Просто я просто... Ты так говоришь? Вот уже несколько раз. Как будто с упреком. О, она опять взяла. Нет-нет-нет. Что он делает? Ни в коем случае. Все правильно. Я сам так делаю, что называется. Криты красных. Ну сейчас отойти, докопиться. Но... Надо блочить. Но... Надо блочить. Сейчас скоро будет убер уже 100% и идти просто врываться, убивать всех. Ложка уже не заблочена, она уже... И уже минус 3, кстати. И синие при этом потеряли кучу народу, при этом только что кого-то, кстати, убили даже. Не, ну под убером точку не взяли, точку! Уже ворвутся на ласт, точки-то второй нету. Да, минусами, но точку как бы без точки... И Джихард, да... кстати, на точке-то там, и задницу заходит, и минусит почти медика. Это тут, ну, что-то как-то... Ну, минус 6, я двое респ, Галант и Назол респ. Как же точку-то не взять при этом, а? Ну, не было же скаутов. Ну да, надо кого-то, их там они втроем врывались, хотя, смотри, сейчас все пойдут дальше. Пока а красные... Пойдут, а толку убера нет. Нет, решили как отступить, что ли? Или пойдут все-таки? Нерешительно как-то они выходят. Пошел. Не, ну все. Скаут, он каким-то, да, чудом выжил. Рокс-то был, по-моему. Теперь уже все, теперь уж точно не пойдут, теперь будут ждать. А и нету классов. Ганрокс-то может брать снайпера. Почему он не берет снайпера, интересно? Уже они собрались пушить. Выходят просто на убере. Можно и... даже не гореть, да, как бы. Можно просто все встать на точку. А трапы не было на точке, видимо. Ну вот. Два ноль, и все ближе. 10 ключей. Ну там, знаешь, не, это как... я примерно сказал, я не помню, сколько там. Но все ближе к победе команда Ганрокса. Сколько эти ключики стоят примерно? 170, по-моему, рублей. 170 рублей? Да. Ничего себе. И выход на центр. Демос опять выходят сверху. Размен один в один пока что. Аркада Окси. Не полетел он дальше. Забирает Дима Мэна. Влетает Джихард на медика. Минус медик. Галан там пытается сражаться с Ганроксом. Зря. И умирает все-таки. Но ему же не уйти было, поэтому...
И, кстати, 10 минут до конца. 2-0. Центр за красными. А, за синими. И вторая точка, видимо, тоже. Симба уже отстраивается на власти инженером. Совсем отчаялся. Кстати, понятно. Я хотел посмотреть, где он пушку. Но пушку спалили уже. Нэш минусует Ганрокса, окей. Это не так важно. Они все равно не запушат. Ну, они сейчас могут просто встать и стоять на второй точке. Как бы, наверное, сделал я по-любому. А можно даже взять инженера и отстроиться на второй точке. Вообще идеально было бы. Скорее всего, создатели Team Fortress изначально так и предполагали. Ганрокс взял снипу. О, Нэшева перестреливает. Поймал он в переходе с одной стороны на другую Нэшева. А вот минус 2 уже такой аргумент. Конечно, пушить надо 8 минут до конца. 2-0 проигрываете. Вперед к победе. 2 килла слишком мало. Нормально. Когда выбора нету, куда ты? Да, куда конечно, ты, конечно. Галант? Окси ты продал Окси просто. Да просрал он его, ё-моё. Ну ладно, можно и так сказать. Ответный убер зажигается. Галант пытается тут упрыгать. Но пушка хорошо стоит, поэтому не так просто будет выйти сейчас синим. А им это надо? Нет, конечно, я не спорю, им это не надо. Они только увидели, что как бы пушка стоит, тяжело выйти, и сразу все. Встали и стоят. Все правильно делают. Хевика взял в Нардакс. Ганрокс, я пропустил минус 2 с паем, черт! Но плюс 25 выбера, наверное, да? Ну, это было круто, все равно минус 2. Но убер, да, убер у Галанта зато уже есть. Он его пильнул. Там еще Радак с Хейвиком, непонятно. Но он пушит с Хейвиком, в принципе, тоже неплохо. Ну. По сверху, по трубе. Но пушить-то они не будут. Я б не пушу. Надо пушить Галанту, конечно. Выбора же нет. А Ганрокс все еще спай, кстати. Ну, то есть команда, которая должна, по идее, пушить, берет инженера. Ну, можно оставлять на ласте одного. Дальше вот выходит Галант на Оксе. У него готов убер. А тут внезапно ХВ такой. Опачки, здравствуйте. Размен уберами проходит. Тут спалили на ласте спая. Никого пока что красные не потеряли. И отступили хорошо, спокойно и без потерь. И надо опять пушить. Что делать-то? Мало времени-то мало. 6 минут. Вот, видимо, поэтому Гренери перестала быть актуальной. Она не такая быстрая, вот как гуляшка. Да, например. Наверное, пытались, видимо, ускорить ее, но... Ну, сейчас, видимо, пробуют без Убера даже выйти как-то. Это, наверное, это правильное решение, если учесть, что... Спай Ганрокс осталось. Опять. Да, он не меняет класс просто. Давайте посмотрим, найдем его сейчас. Сколько спама летит в его сторону. А что? А, да. А как? А, читы, чё? Ну, кстати, интересный момент, я не знаю, там, может, маскировка у него кончилась или что? Гореть надо, гореть, гореть! Галант! Опять продал Демоса своего, на этот раз, точнее, Демоса. Но зато горит соло теперь. Ну нет, все, там Окси умрет. Точка-то берется, точка-то. Ну, слишком много минусов красных, но точку они, конечно, взяли. Безусловно, да. То есть они сейчас обратно ее переберут. Инженер он бегает. Ну на ласте пушка. Стреляет. Ганрокс такой не догадывался, что пушка есть. Инженер просто так бегает. Ну да, наверное, все-таки инженер тут не катит. Слишком сейфовая игра, надо все-таки, наверное, оставлять солда, чтобы как можно быстрее солд мог присоединиться потом к своей команде при пуше. Вот именно, я про это и говорил. Инженер присоединиться может, конечно, потому что у него там патронов в пистолете немного, но... Зато диспенсер есть, кстати. Тоже хорошо. Тоже хорошо. Вот надо идти опять снова пушить, пытаться. Ну вот на Хейвик так просто не выйти.
Ганрекс минусит Симбу. Ой, еще и Нэш умирает. И теперь-то не получится выйти уже. Теперь бы задефаться. И да, синие выходят. На убере. Только пушку снести главное. А пушка сносится моментально. Редакс ждет, пока кончится убер, и будет выходить хэвиком. Та-т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 а. Пошел работать. Один КП сейчас у Демоса, посмотри. Пошел Радакс работать. Минусанул одного, второго. Чуть-чуть не хватило убить скаута, правда. Сейчас надо отойти, главное, потому что очень большие минуса у синих. Есть шанс просрать точку. Он не взял птичку. Обидно. Ну давайте, все. Как там? Нет пути назад, только вперед, только победа. Давайте. Скаута забрать, загулял парень, давай. Не получилось. Нет, терять нельзя. Голланд спасает Окси. Надо выходить. Убер готов. Горит. Голланд. Нет, надо убить хоть кого. Какими-то фразами. Хоть кого-нибудь убить. Ну вот, Ганрекса забрали. Но у Вантута Убер сейчас будет. Ну тут сложно на самом деле, даже с Убером. Тут очень хорошо можно разбежаться. Да. Можно. Я думаю, даже не пойдут сейчас. Им не надо рисковать, потому что бэкап там, какой-то неудачный размен, и уже все. Поэтому я бы на их месте стоял на бочке просто. Потом думает, он самый умный. Конечно, я в этом уверен. Ну, вот смотри-ка, та... а я вот тут сарказмы кидал, а они пошли зачем-то. И что? И умирает Голланд, умирает Нэш, умирает Окси. Да не знаю, что всех убить. Остался только на бэкапе. Там бэкап был, да. Симба, давай, все в твоих руках. 10 ключей! Черт. Не спасло его это. Это Team Vibe! Две минуты до конца. Как бы, да, вот Джо уже пишет ГГ. Ну вот это бэдманерство, чувак. Нельзя так. Симба согласен с нами. Ну, я думаю, сейчас уже можно пушить на команде Ганрокса и не бояться особо ничего. Даже ошибка сейчас вряд ли приведет их к двум слитым раундам. Поэтому сейчас мы позовем в ТС Радакса и, возможно, Ганрокса еще. Шарфика. Нет, давайте без... Нет, туда лучше просто Радакса. И Шарфик. Дай заобщаться с пацаном. Не, давай... Вдруг его голос смешной. В другой раз вы как-нибудь пообщаетесь. Ну, третий раунд еще, видимо, получится взять у синей команды. А может, и не получится. Собственно, у них там уже все закончилось, мы просто по СТВ досматриваем. Ганрок спаем. Хлоп, хлоп, хлоп. Неплохо. Да-да-да. Могут еще забрать точку. Офигеть, что происходит? А я уже не смотрю на самом деле. Но... Ой, зря. А, зря. Это был вообще великолепный момент. Ну тут все похоже, да. Все, можно ливать. Я могу быть свободен. Ну, сейчас мы еще пообщаемся немножечко. Поздравляем команду Ганрок с победой. Они заслужили. Команда Голланд тоже молодцы. Точнее, команда Окс, простите. Тоже молодцы. Занимают почетное второе место. Третье место осталось за командой Конорда. И четвертое место за командой Фотона. Но это ничего не значит. И сейчас мы позовем Радакса в TeamSpeak, скорее всего. Поговорим с победителем. А если у Голланда будет желание, то после этого мы поговорим и